Состояние здоровья призывников улучшается, однако по статистике военных врачей оно по-прежнему вызывает опасения. На первое место в последнее время стоят это психические заболевания. Тут дело в том, что к психическим заболеваниям относятся и употребление каннабиоидов, то есть это употребление наркотических веществ. Призывники хотят служить в элитных войсках, в военных школах, а вот пройти альтернативную службу желающих почти нет. Об особенностях осеннего призыва в программе «На виду» 29 сентября рассказывает начальник Искитимского отдела военкомата Павел Дурандин.